blast. 3, 2, 1, I'm about to blast. Что чувствуешь, когда хочешь попробовать, типа, но оно горячее, ты типа не можешь взять. Не хочу. Почти? Шоколад, ну кум. На без заправки. Да больше похоже на то, что ты умираешь, а не кольцо пускаешь. Тупо спиной в кусок мяса, прям тупо. На! Переживай. Не надо. Что? Ты шею делаешь. Ты шею делаешь. По дискотекам в Техногорске. Не, мне нравится твои волосы. Мне нравятся твои волосы. Стоим, провожаем Леру, но Лера... А тут деваха все, короче. Она сфоткалась в историю, если видно вам, я не знаю. А там в окне меня должно быть видно. Пишет спасибо, следующий. Короче, написал какой-то ебаный текст, блядь. Стоим, типа, наблюдаем за девахой. Все, сейчас левой дорога. Лера, пока! Лера, а что там водитель сказал? Там водитель говорит, это что, за мамой бежать? Ашкара! 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 Всем привет опять, ребята. Всем привет! Киев на связи опять, точнее, будет правильно сказать, снова. Короче, ребята, приехал опять в Киев, на этот раз уже по... Сопли текут, ебнутся, крутые, блядь, вот так и приехал на этот раз в Киев по таким, типа, ну, окей, серьезные дела. Убер, блядь. Я не знаю, я считал, что Убер говно. Сегодня приехал сегодня в Киев для того, чтобы... Короче, давайте попробуем еще раз. Всем привет, меня зовут Богдан Медведенко, и я снова в Киеве. Так-то лучше, наверное. Сегодня мы с Лерой идем на новый канал, будем пробовать себя в роли звезд. Ну, я на самом деле, типа, есть звезда, типа, мне не будет сложно. Пока, короче, был в прошлый раз в Киеве, Лера заполнила, оказывается, анкету. Кохання на выживание. Поринути в казку для закоханих. Игра началась. А если б я умер там? Чего стоит их любовь? Посмотрим. Кохання на виживання. Новий сезон. Пригласили нас сьогодні на кастинг, який собеседування, який ви вже пройшли. Сьогодні нам нужно бути там в 3 часа. І я надіюсь, що мене хоч трошки слышно. Постарався приїхати не пораньше, ну, у мене все як обычно, пи***ц. Кстати, у кого, блядь, Сонька така, як у мене, розкажіть мені, сугодуму, которому лень почитати інструкцію, як включить шумоподавление, чтобы, блядь, от этого ветра слышно не было, пиздец. Я не думаю, что в камере за ценой 8 iPhone, блядь, не может быть такой, блядь, функции, пиздец. Когда мы последний раз были в метро? Минут 10 назад. Что, серьезно? Извините, сколько будет до Тургеневской 38? Возможно, а что там находится? Новый канал. У вас нет зеркала заднего вида, вернее? Есть. Это косметичка. А это мне не надо. Боже. А мы дальше пойдем. Это вы можете возвращаться. Можно вторую. Открой дверь. Было, когда я ехал собеседовать. А, она тупо выходим, говорит, с легким паром. Валера, что сделать? Как полинять на 70 трубосей в Киеве, проехав всего лишь 5 кварталов? Пошли посмотрим, точно ли это Тургеневская 38, да? Может, это дед нас на... Ну уже, Настя, новый канал, где ты? Блядь. Так как я тебя хочу?
О, начал. Алло, здравствуйте, а мы вот уже к вам подъехали на Тургеневскую 38. На улице это очень сложно. Эй, блядь, штрих с нового канала, а ну сюда, блядь, сюда, сука. Капец, хотел тут жить? Так а что, садишь, через окно дверь становой канал? Как же классно быть паркуристом, ёлки. Здравствуйте, вы не против, если я буду снимать? Можете ехать обратно. Типа, ребят, извините, вы, кстати, нам не подходите. Типа, ну почему же мы, ну блин, ну вроде как... Просто поверьте мне на слово, что мы пришли на новый канал, я спрошу. Пропуск. О, а, ну все, тогда спасибо большое. Все потом, пожалуйста. Вышли, короче, мы с нового канала. Мы солили нас там полтора часа. И, блин, типа, вам бы все это показать, это было бы очень круто. Пойдем. Ну, блядь, сука, шестой пункт, блядь, и как-то штраф 5000, как-то, знаете, блядь, камера вся мокрая. Мама, а где тут ближайшее метро? Не знаешь? А что это хоть за район? Шевченко. А-а-а, мне же это ни о чем не говорит. Спасибо большое. Ого, здесь же дождик начинается. Накидывай, знаешь, что на голову. Началось, сходили на прессе уже. Зая, накидывай что-то на голову, чтобы ты не простудилась. Фу, блядь, бесишь. Карпаччо. Карпаччо, блядь, ебать, слышишь, малая. Фу, блядь, где мы? Лего Ниндзяго. Короче, ребята, одним словом, сейчас будем ехать где-то, ой, сейчас поедем где-то покушаем, посидим, пообщаемся, поговорим, обсудим все, что такое, что произошло, типа, и я, скорее всего, буду ехать домой, вот и весь, блядь, влог. Фух. Как дела, Петь? Нормально, помогаю, да, работаю, помогаю. А ты кушать хочешь? Не, наюсь, не вот, я поел. А где живешь сейчас? Там, под лавином, там тепло. В зиму не боишься? Ну, я буду ходить, буду хостел, гроши Ємель. Где еще подрабатываешь? Там, выносу, там, выносу, там. Руки не отпускаешь? Не. Правильно. Ты молодец. Правильно. А ты за денежку помогаешь, да? Ну да, все. Все, Петя, удачи тебе. А теперь просто в двух словах, кто такой Петя? Они приехали сюда на заработки, да, с братьями, да, и да, они, да, его, да, кинули. Да. Он носит столы, приносит воду бабушкам. Это круто, реально. Также если встретите Петю на печерке, он, кстати, на печерке живет в основном, передавайте ему привет, говорите: Петя, ты крутой. И ему, я думаю, будет приятно. Не, типа, если вы подойдете сказать ему пару слов, типа, что Петя, типа, ну реал, ты молодчага. Я, типа, думаю, ему будет приятно, потому что, типа, чувак, типа, реал, не опускает руки и идет к своей цели. Типа, ну, я не знаю, правда, какая у него цель, но тем не менее, мы друг друга поняли. А мы сейчас, как обычно, блядь, все идут в Евразию, блядь. Идем їсти, блядь. Гарне завершення влогу. Гарне завершення дня.